Сейчас я приглашу на сцену нового исполнителя. Это открытие джаз-оркестра «Визит» в 2015 году. И певец к нам приехал из рубежа, из штата Пенсильвания и Соединенных Штатов Америки. Его зовут Руслан Тимергалин. Своей любви к джазу он признается в композиции «Soul Vaccination», а помогать ему будут Валерий Филиппов, тенор, саксофон, и Станислав Бабич, саксофон, баритон.